Спасибо огромное. Друзья, добрый вечер всем. Очень рады вас всех видеть, хоть вас и не так много. Там на подходе еще есть люди, будут немножко. Спасибо вам огромное. Мы открыли нашу программу с пьесой, которая называется «Подводное течение», кстати говоря. «Underwater Flow». Да, спасибо. Попозже я представлю ребят. Продолжим с композицией, которую я назвал «Дежавю». Есть такое прекрасное, замечательное явление природы, до сих пор не разгадано. Вот, попытаемся вместе его разгадать.
Thank you.
Спасибо вам огромное. Это было дежавю. И сейчас я бы хотел бы под ваши знаменательные аплодисменты представить этих замечательных музыкантов. Вот наступил этот час. На клавишных сегодня Дмитрий Чемарев. Эй! Александр Абрамов, саксофоны. Алексей Максимов, бас. И Петр Михеев, барабаны. Спасибо. Меня зовут Юрий Телецкий. Мы вместе Юрский бэнд. Спасибо вам огромное. Продолжим. Новое произведение появилось недавно совсем. Я его назвал «Маятник», «Pendulum» по-английски. Вот. Тоже такое весьма загадочное получилось. Ну, послушайте. Thank you.
Спасибо, друзья. Что сказать, друзья? Сегодня у нас очень спонтанный концерт. От нас басист убежал. На самом деле, действительно, сегодня не готовы были мы играть. Так получилось. И действительно спонтанно очень произошло. К сожалению, по причинам дезорганизации некоторых товарищей. Вот, передо мной очень извинились. Сказали там в долгу и все такое. В общем, была дата забита 30-го, и так произошло, и это было уже где-то больше 2 недель назад, все подтверждено, не, месяц даже. И вчера мы узнаем, что на самом деле в афише висит 29-е. О нем шла изначально речь, но потом поменялась и не подтвердилась. В общем, мы узнали об этом действительно только вчера. И вчера должны были репетировать перед концертом, вот, но... Все пошло, в общем, немножечко наперекосяк. Но при этом, да. Ну, в общем, да, так уж произошло. Да, все равно мы тебя любим, да? Спасибо вам большое. Сейчас мы сыграем композицию. Пользуясь случаем. Да. Nice Trip. Чтобы вы немножечко расслабились и представили себе что-нибудь типа. Вот Алёша пришел, какой-нибудь морской бриз, какая-нибудь красивая дорога вдоль океана и что-нибудь такое. Thank you.
Спасибо, друзья. Это был Nice Trip. Спасибо огромное. Совсем недавно тоже родилась у меня вещица. Я ее назвал «Медитация на надежду», «Meditation on hope». Навеяли мысли всякие. И думаю, не только одному мне кажется, что в последнее время человечество немножко забрело куда-то длинное, глубокое пике. Вот, и очень хочется надеяться, что как-то мы вырулим из этой всей ситуации, потому как печально просто за этим наблюдать, честно говоря. Вот. Ну, с надеждой и верой в наилучшее, скажем так. Вот. Meditation on hope. Thank you.
Thank you.
Спасибо вам огромное. Представлю еще раз этих замечательнейших, талантливых музыкантов. Музыкантищ. Буква «щ» звучит хорошо. Петр Михеев, барабаны. Алексей Максимов, бас. Александр Абрамов, саксофоны. И Дмитрий Чемарев, клавишные. Спасибо огромное. Продолжим. А вот сейчас, конечно, серьезное будет произведение. Требует пристегнуть ремни безопасности. Да. Я вас пугаю, да. Чуть-чуть, надо напугать немножко. Это еще никому не мешало. В терапевтических дозах. Называется Fearless Intention, композиция, что значит бесстрашное намерение. Вот так вот. Thank you.
Спасибо. Я думаю, пострадавших нет или проводить кого-нибудь надо? Есть, да? Там эти, кровь из ушей, да? Или что там? Какие диагнозы? Ну хорошо, мы больше не будем нервничать. И теперь сыграем вам очень ласковую, грувовую композицию, которую я женщинам обычно посвящаю, всем любимым. Две. Жена и дочь. Как отмазка классная. Жена и дочь. Две. Maybe называется композиция. Вот представим вашему вниманию. Спасибо. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо. Мы подошли практически к завершающей композиции, которая называется «Треугольные мечты». Triangle Dreams. Да, вот так вот называется. Что хотите, то и думайте. Мы поехали. Thank you.
Спасибо огромное, друзья. Спасибо вам. Ну что сказать? До новых встреч, друзья. Спасибо.